Не ударить в грязь лицом на столь масштабном мероприятии – одна из важнейших задач, подчеркнул глава города. Участие в фестивале молодежи и студентов подтвердили около 180 стран. И первое, что должны отметить гости – это чистота в городе. Накануне Анатолий Пахомов проехал по улицам Сочи и многим остался недоволен. Особое внимание глава обратил на ремонтные работы на федеральной трассе и рядом с опорными стенами в районе Кудепсты. Понятно, что подпорные стенки не успевают там. И это было всем очевидно. Но разделительная полоса, колеса-отбойники, их же надо было каким-то образом там почистить, наверное, гостям хотя бы. Гостей там встречают, все равно не рассказывают. Вы знаете, мы не успели к вашему приезду. По мнению главы, пробка из-за ремонта во время фестиваля просто недопустима. Достаточно того, что ремонт дорог портит картину и сказывается на дорожной обстановке. Тем более, ранее были определены конкретные сроки его завершения, которые срывать нежелательно. На участке от МТЦ «Спутника» до Кудепсты, до проведения фестиваля молодежи, будет снято ограждение и движение будет запущено в штатном режиме. Также глава Сочи порекомендовал дорожникам внимательнее относиться к объектам вдоль федеральной дороги, собственно, за которую они и отвечают. Навести порядок на остановках, установить новые урны и привести в порядок подземные переходы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.